Смертельное ДТП в Дербентском районе. На автодороге «Кавказ» 46-летний водитель машины «Лада Приора» из селения Бериджи Дербентского района наехал на 18-летнюю жительницу села Аглаби. Известно, что девушка шла по пешеходному переходу. Она скончалась до приезда скорой. Водитель же с различными телесными повреждениями доставлен в центральную больницу Дербента. Собран материал для принятия процессуального решения.